Первый крупный совместный проект Эльмиры Замалетдиновой с Ульяновским драматическим театром состоялся десятилетие назад, когда выпускница УГУ решил посвятить театральному искусству свою дипломную работу. В последующие годы творческая дружба фотохудожника и театра только крепла. Выставка «Сцены жизни», которая открылась в стенах Ульяновского драмтеатра, стала своеобразным воплощением этих дружеских отношений. Фотограф подошла к этому творческому проекту с невероятной изобретательностью. В него вошли в том числе портреты, которые украшают в фойе театра. Естественно, мы все были заинтересованы в том, чтобы там выглядеть очень красиво, очень презентабельно, очень узнаваемо. Но при этом Эльвира совершила чудо. Однозначно интерес вызывают парадные портреты любимых актеров, среди которых фотографии народных артистов. Я очень хочу обратить ваше внимание на портреты, которые, мне кажется, особенно удались. Это портреты народной артистки России, лауреата Государственной премии Российской Федерации и Национальной театральной премии «Золотая маска» Кларины Ивановны Шатько. То, как она смотрит с этих портретов, посадка ее головы, ее руки, ее осанка, все это, как мне кажется, говорит о необыкновенном доверии к женщине-фотографу Эльмире Замалетдиновой. Фотопроект включил в себя несколько тем. Для фотографа было важно показать многоликость, профессиональность, красоту и креативность труппы театра драмы. Ирина Антонова, новости Управда ТВ.